ॐ नमो भगवते परमहंसरसासादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। ॐ नमो भगवते परमहंसरसासादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। आपदम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं रामाभिरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। गौरीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाठ Прабхупада сказал, что бхакти – это естественная функция нашей души. На самом деле, та шлока, с которой я начал, она написана Шридас Госвами Падой, великим комментатором Шримад Бхагаватам. И сейчас вопрос в том, why he is going to glorify почему он прославляет Рамачанду, хотя он write commentary on Bhagavatam. Пишет комментарии на Бхагаватам. Шримад Бхагаватам это никто, ничто иное, как сам Шри Кришна, Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу, о царь. Этот Шримад Бхагаватам – это сам Шри Кришна, Шри Кришна Эвахи. И вот вопрос возникает, почему он прославляет Рамачандру. Это главный вопрос. Ом намо Бхагавате Парамхамса Расасадито Чаранакамала Чинмакарандайо Бхакта Джанамана Нивасайо Шри Рамачандрайо намо. Почему Шридас Госвами Пад прославляет Шри Рамачандру? Шридас Госвами Пад Тинкин думает, что Шримад Бхагаватам Махапурана – это океан расы. И как же пересечь этот трансцендентный океан расы? Это практически невозможно для нас. И поэтому внезапно он вспоминает, что если я приму прибежище у Рамачандры, он может построить мост для меня. И с помощью этого моста я могу пересечь этот океан запросто. Парамахамса расасадито чаранакамала чинмакарандайо бхактаджанаманаса нивасайо Шри Рамачандрайо намо намо. И поэтому Шридас Госвами Пад прославляет имя Рамачандры, принимая прибежище у его лотосных стоп, чтобы получить помощь от него, чтобы пересечь этот бесчисленный, бесконечный океан расы Шримад Бхагаватам. И вот можно вспомнить, я говорю о Марьяда Пурушоттаме Шри Рамачандре, его лиле и его учении. Шри Марьяда Пурушоттама Шри Рамачандра, его лила и учение. You can remember one slok. Вы можете вспомнить одну шлоку из Шримад Бхагаватам Махапураны, третьей части. Капил Махарадж говорит своей матери Девахути. Мадгуна сути матрено мои сарбо гухасае маногати равичинна ятха гангамбасо амбадхау лакшанам бхакти йогаса Ниргунасьо хиудахритам ахитукья пратхята жаят жабхакти пурушоттаме. Actually, на самом деле, я уже сказал, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Гусами Тхакур
Сарасвати Госвами Такур Прабхупад всегда говорил, что бхакти – это естественная функция нашей души. И вот Шрила Джива Госвами Пад, он принял пример этой шлоки, которую произнес Капила Бхагаван. From Srimad Bhagavatam Mahapurana. И вот из Шримад Бхагаватам Махапурана он ссылается на тот, на то, где описывается сварупа сиддхи бхакти. Что это значит сварупа сиддхи бхакти? Это всегда ниргуна бхакти. Сварупа сиддхи бхакти это ниргуна бхакти. И вот сварупа-сиддхи бхакти – это всегда ниргуна бхакти, нет сомнений в этом. Но из-за осквернения сердца. Бхакти, оно можно видеть, что оно отражается в различных формах. Это бхакти и вот Капил Бхагаван. Бхагаван Капил Дев speaking to Бхагаван Капил Дев говорит своей матери Девахути. О, мать! О, мать! On hearing my glory, слыша о моей славе, immediately when сразу, mind can когда get ум abnormal flowing power, он обретает какую-то необычную силу, необычное стремление ко мне, like который пребывает внутри сердца, это влечение подобно неостановимому стремлению Ганги к океану. И в то же самое время это беспричина и не имеет никаких побочных эффектов гьяны, кармы и прочего. И тогда это может стать настоящим примером ниргуна бхакти или сварупа сиддха бхакти. So you should understand this point first. Ты должен понять это вначале. И вот бхакти. Only for bhakti. Только бхакти. Nothing else. Нет ничего иного. When we can do bhakti, когда мы совершаем бхакти, мы совершаем это бхакти для того, чтобы обрести бхакти. Нет никакой причины, кроме этого. И в этом случае это называется чистым бхакти. Ниргуна бхакти. Ниргуна бхакти. One-pointed bhakti. Безраздельный такой бхакти. All our relationship, и все наши связи, all our relationship and love in this material world is always full of self-interest. Какой-то корысти. All our все наши связи and love in this отношения в этом обществе, в материальном мире, они всегда полны каких-то корыстных интересов и exhibit, но иногда можно видеть какое-то великолепное великолепие, но интерес какой-то корыстный должен быть, поскольку это материальная планета, материальный мир, из которого осквернение. Where contamination is a must. Это материальный уровень, на котором это осквернение, оно всегда присутствует, должно быть. Иногда мы видим в этом материальном уровне, то есть иногда мы видим какое-то великолепное чувство в этом материальном мире, но все же какой-то запах корысти, он есть, и избежать осквернения и какой-то неуверенности невозможно. И вот такие высокие чувства, которые являли Ромео и Джульетта или какие-то похожие истории, or the love affair of Laila Majnu, or even the love affair of Jim and Della, cannot attain 100% perfection. It is not possible. Cannot attain 100% perfection. И нельзя в этом достичь
в их отношении какое-то полного совершенства. Они будут совершенны всегда, но та любовь, то чувство, которое есть на Вайкунте, оно всегда чисто. Тот уровень Вайкунте, значит, нет никакого беспокойства там. Vaikuntha platform means и вот уровень Вайкунте значит, что нет никакого of hesitation, impediments, no trace of никакой неуверенности, никакой kuntha or никаких беспокойств не может быть на Вайкунте. Like the love of Hanumanji Maharaj for Sri Ramchandra, or the love of Bharatji Maharaj for Sri Ramchandra, как вот любовь Бхарата Рамачандры, например. Though countless varieties of devotional love, хотя смотрите, есть большое разнообразие любви, преданности. Though countless varieties of devotional love for Prabhu, Господу, к Верховному Господу Хари, можно видеть still эту разнообразную преданность, но все же каждый must have some speciality. Но все равно каждый вид преданности он должен иметь какую-то особенность. Through через которую. So you see. И вот смотрите. So though the Bhagavan is always хотя Бхагаван saturated and satisfied. Он всегда самоудовлетворен, но все же мы знаем, что Бхагаван, он всегда доволен, всегда самодостаточен из-за своего качества атмарама, атмакама. Он всегда атмарам и атмакам. И все же это непостижимо. Удивительно, это магическое влияние Сваруп Шакти Бхакти, из-за чего Бхагаван, он тоже хочет вкушать прекрасные, какие-то новые прекрасные виды преданности. Он хочет иметь отношения с различными преданными, и это великолепие. This is the excellent excellency. Великолепие всего, великолепие преданности и отношений в преданности с Бхагаваном и его преданными. В Брихат Бхагаватамрите, которое написано Шрилой Санатаной Госвами, она дает нам четкое представление, четкую идею насчет этого, насчет этой темы. И вот согласно вариантам расы, согласно различным видам расы, бхакти, оно может принять различные бхакти, оно может принять различную форму согласно обстоятельствам, в которых оно находится. И есть главные пять видов рас: Санта, Дасья, Сакья, Ватсаля и Мадхурья. И Мадхура расы тоже есть какие-то особенности. And also seven different и также семь различных видов гуна расы. Now, gauna rasa also seven вот different kinds of gauna rasa are there. Bivasa, и вот есть еще различные bihasa, другие какие-то виды рас. И вот эти расы могут явиться и пропасть согласно обстоятельствам, но Пракрита раса can be personified on Vaikuntha platform. Always remember, Пракрита раса она может быть олицетворена на Вайкунтхе. But material rasa always
unstable and at the same time can become the cause of tight bondage. И также это может стать причиной обусловленности, согласно Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Он говорит, что этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира. И также из Бхакти Расамрита Синдху, которая составлена Рупой Госвами Падой, мы видим такую сиддханту, очень четкую, очень ясную. Сиддханта таттаха бхеде йопи сиша кришна сарупайо расено уткришьяте кришна рупа меша расасститихи. Сиддханта таттаха бхеде йопи сиша кришна сарупайо расено кришьяте кришна рупам иша расастити. Perhaps you have gone through this shloka many times in my Harikatha. Я думаю, уже слышали эту шлоку несколько раз, что согласно сварупа таттва вичар, according to сварупа таттва вичар, Нараяна and Кришна, Нараяна и Кришна, они from each other. Не отличны друг от друга. But still, но все же расагата excellency is more and more expressed. Она более ясно проявляется в Кришна таттве. И мы должны принять это. Лила Пурушаттама, поскольку Кришна — это лила Пурушаттама. Кришна is the ocean of countless Кришна — это океан раса. Кришна is the ocean, рас. Infinity ocean of rasa. Mahaprabhu, while giving introduction, while giving instruction вот, когда Махапрабху Rupa Goswami was speaking, hey, Rupa, I cannot explain properly. It is not possible for me. И вот когда он говорит, что для меня это невозможно объяснить, когда я говорю, что Кришна — это океан милости, бесчисленный океан, бесконечный океан расы, и чтобы я хочу тебе дать каплю этого нектара, чтобы ты почувствовал его великолепие, чтобы ты почувствовал вдохновение, чтобы стремиться к этой расе. И также Си Рамачандра и Си Кришна Чандра, они не отличны друг от друга, мы знаем это хорошо. Таттвагата Вичар, согласно Таттвагата Вичару, они не отличны. Но все же Рамачандра is Maryada Purushottama, Maryada Purushottama, whereas Krishna is Lila Purushottama. Shri Krishna Lila Purushottama. With Sri Ramachandra, мы видим Рамачандру, we can get maximum two and a half rasa вот, in applied form. От Рамачандры мы можем получить 2,5 расы в практической форме. Это half. Называется арай раса, 2,5 расы в своей полной форме. И вот от Рамачандры мы можем максимум получить 2,5 расы. Но все расы в своей полноте, все, которые возможны полностью в практической форме, мы можем получить от Шри Кришны, от Нанда-Нанданы Шри Кришны. В Шантарасах, в Шантарасе можно всегда помнить, что relationship with Bhagavan cannot be discovered. Отношения с Бхагаваном, они не могут быть обнаружены. So at all, any service и вот если какое-либо служение может совершаться, то это служение может совершаться пассивным образом. И из Дасарасы мы, Гаудия, очень different kind of rasa, but заинтересованы в различных расах, но смотрите, в дасарасе. Actually from дасараса сева, actually from дасараса платформ,
И вот с уровня Дася расы Сева может совершаться. И так же с читания Чайтамрити мы находим такой совет. И вот из читания Чайтамрити мы находим такую шлоку о том, что Айшварья Бхава, она не может помочь развить прекрасные и свободные отношения с Бхагаваном со всего сердца. Айшварья Бхава не может помочь нам развить простые и сладкие отношения с Бхагаваном. И это главная проблема только и только те враджаваси, they have that kind of natural, у них есть такая естественная, спонтанная любовь к Шри Кришне, к Шьямасундару, к Нанданандану Шри Кришне. И поэтому в Шри Чайтанья Чайтамрити говорится. И вот враджаваси, они чувствуют естественное влечение к Кришне, и Кришна также он привлечен этим враджаваси. И вот Шри Рамачандра, он Парабрахма, вы знаете. Шри Рамачандра, он сам Парабрахма, он явился в Айодхья-дхаме как сын царя Дашаратхи в четырех различных формах, как Рам, Лакшман, Бхарат и Сатьябама. И это одна единая Адвайгентатва, но она явилась в четырех различных ипостасях для того, чтобы дать нам урок, научить нас служению и всему остальному. И вот он явился в четырех различных формах, как можно вспомнить, что мы, когда приносим свои поклоны Шри Чайтанья Махапрабху, мы повторим эту мантру Панчататанакам Кришнам, вот этому Панчататву. И так говорит, не говорится, что Господь в пяти ипостасях явился, и когда мы кланяемся все Рама-татве, не одному Рамачандре, все это Рама-татве, поскольку Дама, Нама, Парикара, Вайшиштха, Лила, все оно, все, что связано с этим, это все Адвайгентатва, Бхагаваттатва, она одна и единая. Just like Panchatatmatakam Krishnam Bhakti Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakam Namami. We paid under what? This is the pranam mantra of Gauranga Mahaprabhu. И вот это пранам мантра Гуранги Махапрабху Панчататвамакам Кришнам Кришна Рупа Сарупакам Бхактаватарам Бхактакьям Намами Бхакти Шактикам. Eternally present вот Ram Lila. Рама Лила, она всегда присутствует. Ram Lila is eternally present. Рам Лила, она вечна. At present, и сейчас, just now when I am, когда я говорю Харикатху, то сейчас во всем этом бесчисленном мире Рама, он является вот в этот конкретный момент, и поэтому все лилы, они вечны, а как лила вечна, далеко не все понимают, и Махапрабху приводит пример Санатане Госвами, что как эта лила, она вечна. Любые лилы во всех вселенных, Кришна лила, как, например, Кришна является, или Рамачандра является. И вот в какой-то момент Рамачандра уходит в ссылку, например, и все остальное, и это Рама лила, она всегда является, и она была вынуждена явиться перед Валмики. Это Лила, и вот эта Рама Лила, она вынуждена была явиться перед Валмики Муни 60 тысяч лет до того, как Рамачандра явился в Айодхе в день Рам-Навами.
И вот Рамачандра, он явился в Сурья-вамше. И Сурья-дев, он был настолько счастлив, что танцевал, радовался, танцевал в экстазе. Вот Сурья-дев Бхагаван, он, когда Рамачандра явился, он буквально вышел из лотосных стоп Рамачандры. Сурья Бхагаван, он не хотел. Он должен это двигаться, но он остановился. А как это возможно? Поскольку Сурья, он всегда меняет свое положение, но сейчас из-за явления Рамачандры Сурья-дев Бхагаван, он буквально сошел с ума и остановился, забыл, что ему нужно дальше идти. His mind and the lotus feet of Sri Ramchandra. Он думал о лотосных стопах Рамачандры, и Чандра Бхагаван думал, почему Сурья-дев не двигается дальше, как я могу увидеть лотосные стопы Рамачандры. И вот это большая проблема была для него. И вот Рамачандра, он сказал Чандре: «О, Чандра, ты плачешь, я могу дать тебе возможность также увидеть Рамачандру». И поэтому Шри Кришна Бхагаван явился ночью, в 12 ночи, чтобы Чандра, это божество Луны буквально, оно могло увидеть Кришну. И это прекрасная философия за этим. Но эта вечно существующая Рама-лила, она вынуждена была явиться перед Махариши Валмики Муни за 60 тысяч лет до того, как Рамачандра явился физически в Айодхе. И вот из-за его такого уникального баджана, это лила, явление Рамачандры, она явилась перед ним. А до этого он получил наставление от своего гуру Нарады, что ты должен повторять имя Рамы. Но из-за каких-то плохих действий, то есть из-за своей плохой кармы, он не мог повторять имя Рамы, поскольку занимался убийством, воровством и прочим. Из-за этих грехов он даже имя Рамы не мог повторять. Но по наставлению своего Гурудева Рамы он начал повторять имя Рамы, но он не пытался, но имя Рамы не мог повторять. Он Мара говорил. Мара значит мертвое тело. И вот, хотя и Нараде надоело это, сказал: «Ну, хорошо, давай я повторю, Мара, Мара». И в какой-то день Рама так появится. Если вот Мара, Мара, Мара повторять, то Рама получается, как Матхура. Ну, как Матхура. Матхура. Если Матхура, Матхура, Матхура повторять, то имя Рама получается посередине. И вот можно вспомнить также, что Тулсидас, когда он совершал баджан на горе Читракуты, он мог увидеть он смог увидеть непосредственно лилу Рамы, что он составил, описал эту, составил описание этой лилы. И вот мы должны также помнить, что Туласидас, когда он совершал баджан на Читракуте, он смог увидеть эту вечную Рама-лилу непосредственно. И он составил Рама-чариту в очень таком прекрасном, в таком очень простом виде. Он написал это по указанию Каши Вишванатха. И вот различные аватары Верховного Господа Кришны, у них есть свои особенности, все различные аватары Верховного Господа Шри Кришны.
У них есть особые качества, особые особенности, могу сказать. Что говорить еще? И вот Шри. Шриман Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, was bound to give a special testimony. Был дать особо. Шриман Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, was bound to give a special testimony to a to Murari Gupta. А вот он проверил. With Hanuman Avatar. Он дал особое. Шриман Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, was bound to give a special testimony to Шри Мурари Гупта. А вот он хотел проверить эту Мурари Гупту как-то особым образом, чтобы убедиться в его огромной любви к Рамачандре. Рамачандра был его иштадевом, поклоняя Господом, и также Шрупа Санатана. Они тоже хотели проверить чувства своего младшего брата Анупамы за его иштадеву Рамачандре. И также можно вспомнить, что Шриман Махапрабху он был очень вдохновлен. To see the exclusive ragati of Rama Bhajanandi Vipra in South India, you can remember. Какого-то преданного в Южной Индии, вот Шриман Махапрабху, в тот день он собирался принять прасад в его баджан кутире. Но что случилось? It was late noon. Это уже было достаточно поздно после обеда, но все же этот Випра он сидел и ничего не готовил. Шриман Махапрабху was supposed to take Bhiksha Prasadam. Он собирался принять Бхикша Прасад в баджан кутире этого Рама Бхаджанананды Брамана, но было достаточно уже поздно, уже обеда время кончилось, но этот Випра сидел и не готовил. Шриман Махапрабху спросил. И вот он ответил Шриману Махапрабху, что смотри, сейчас Рамачандра в ссылке, а Рамачандра Лакшан пошел. Вот Рамачандра в ссылке, а Лакшан пошел в лес собирать какие-то фрукты, овощи, а Ситадеви будет готовить, как он вернется. И вот Шриман Махапрабху тогда понял, его великолепное чувство баджана, и он был очень доволен им. И однажды Випра, crying, and speaking out of strong grief, I have heard. И сказал, что я слышал, что Ракшас Раван has abducted Chasti Sita Lakshmi. Он забрал эту. That I have heard. А что этот Раван? I like to leave. I like to jump into fire. Похитил my Sita Nagurani abducted by Rakshas Raven. Опечален, что Ситу украл какой-то Ракшас, и Махапрабху был очень доволен, видя уникальное бхакти, уникальное чувство преданности этого брахмана преданного. Но в то же самое время он начал утешать его той сиддхантой, что Брахман, смотри, Парашакти Рамачандра, Сита, она трансцендентна по своей природе. И как это возможно для какого-то Раваны прикоснуться к, его, к ее телу, подумать снова и снова, что говорить?
Brahman later on a supported document from Kurma Puran was collected by Симан Махапрабху from South India, Дакшин Бхарат, доказательства вот противоположное. Related document, supporting document, and was and that Brahman was given that that Kurma Puran was collected and it was given to that Vipra Brahman to stop his crying. Also, we know from Chaitanya Charitamrita that a Raga Bhakta who had his direct feeling like Dasaratha. Also, you can remember. И вот он очень утешил этого Брахмана. Also, we know from Chaitanya Charitamrita, у которого было такое чувство, как у Дашаратхи, who had his direct feeling like Дасаратхи, чувство как у Дашаратхи, like Дасаратхи's unending strong love for Sri Ramchandra. И вот у него была же такая же огромная любовь к Рамачандре, как у Дашаратхи, вот он вынужден был оставить свое тело, и когда он услышал, что Шри Рама ушел в ссылку на 14 лет, и преданный, он уже достиг совершенства в своем баджане, у него была такая огромная любовь к Раме, как у Дашаратхи. И вот у него была такая бесконечная, беспримесная любовь к Рамачандре. И вот когда он узнал об этом, он оставил свое тело. Как только он услышал, что Шри Рама ушел в ссылку на 14 лет в лес, и вот он, от переполняющих его чувств он оставил свое тело, и это зовется ситхи, и это зовется прямое такое осознание, без которого рагбаджан невозможен. Рагануга баджан, точнее, невозможен. И, говоря искренне, ложный Рагануга баджан, он принесет нам одни проблемы. Мы должны тихо двигаться, но надежно, как говорят стихи, едешь дальше будешь. И все те муни-риши в лесу Дандакараньи, они хотели обнять Шри Рамачандру с чувством Мадхури расы. Но Марьяда Пурушоттама Шри Рамачандра он не смог позволить этого. Все эти муни-риши в лесу Дандакараньи не хотели обнять Рамачандру с великолепным чувством Мадхура расы. Но Марьяда Пурушоттама Шри Рамачандра не смог принять их таким образом. Но сказал им с полной уверенностью, что чтобы исполнить их желание в Двапара-юге, он сказал, что явится в форме Нанданандана Кришны, Лила Пурушоттама. И эти муни-риши, они все родились во Вриндавандаме с Гопи Бабой, чтобы служить Верховному Господу Нандананандане Шри Кришне, в Паракия Мадхур Раса Бабе. Give them full assurance that they can come out successful, but not now. They will have to wait for. Он сказал, что ваше желание исполнится, не сейчас, ждите, пока Двапар Юга придет. И вот Шри Рама Аватара – это уникальная аватара. To establish truthfulness, everything. Чтобы утвердить. Рама Аватара is the most exclusive аватара.
правду. И вот Рама-аватара — это самая уникальная аватара, которая проповедует чистоту, идеализм, беспристрастие, мораль, и бесстрашие, без терпения такое, без... Ну, всякие такие хорошие качества, и особо это послушание, которое выразил Рамачандра Пьедриши, Муни, Гуру, Вайшнавами и всеми остальными старшими. Это была его особенность. Он был Марьяда Парушотом, такое олицетворение морали. И однажды Рамачандра был с Гурудевом, с Вишвамитрой Муни. In a forest, в лесу, near, рядом, you know, near some place, с каким-то местом, забыл, как называется, где Сита явилась, Ситамори, как-то так. В Митхиле. Near Mithila, there was a small forest. И вот там был один маленький лес, и вот в то время, тогда... Гурудев сказал: «О, Рама, да, Гурудев, на самом деле я услышал, что Дашаратха, он пришел в Митхилу. Ты хочешь встретиться с ним? Хочешь ли ты встретиться со своим отцом?» И Рамачандра, склонив голову, and speaking very politely, и сказал: «О, Гурудев, как вы пожелаете. Хочешь ли ты встретиться со своим отцом или нет? Как скажете, так и будет». И такая мягкость, такое послушание, предание, оно невозможно ни в каком аватаре. Это уникально. Его великолепный характер, он лучший из наилучших, и он является примером для всех нас. Мы должны помнить это. Если Кришна Лила, она сокровенна, обычные люди не могут понять. Иногда они не понимают правильно и могут тогда принять помощь от Рамалилы, чтобы обрести милость проще, более просто. И вот Шри Рамачандра вместе с Сита и с Лакшманой, Шри Рамачандра, когда был в ссылке, он совершал какие-то великие аскезы, которые не могли потерпеть даже Лакшман и Ситадеви. Весь мир говорит какую-то ересь о Койкеи Мата. Койкеи. Whole world speaking all rubbish against Койкеи Мата. You know, three wives of Dasharatha. И вот она была одной из жен Дашаратхи, Каушаля, Каукея и Сумитра. И вот у Дашаратхи было три жены, ее почему-то все ненавидели. Никто не... называл своих дочерей именем Каукея. А почему? Весь мир как-то критиковал эту Каукею. For sending Sri Ramchandra, а почему? А потому что она отправила Рамачандру в ссылку на 14 лет. Но они не знали, что какую огромную любовь и преданность эта Кайкея имела. Люди не знали об этом. The exclusive love and dedication of Kaikeyi Mata. И вот они не знали эту огромную любовь и преданность Кайкеи, хотя мы знаем, что Шри Рама явился от Каушалии, родился от чрева Каушалии, но все же Шри Рамчандра took birth at the lap of Kaushala Mataji,
Но все же мы должны помнить эту уникальную любовь и заботу Кайкеи к Рамачандре. Right, с самого рождения она заботилась о нем. Не было ни части секунды, когда мы могли бы обнаружить, что это Кайкея, она не заботилась о Рамачандре, никогда такого не было. We can point out that she was busy with her self-interest. И вот мы никогда не видели, что она что-то для себя делала, все для Рамачандры. И каждый ее вздох, her every breath, in every inhalation, exhalation, exhalation, inhalation, вдох и выдох, her every breath, все ее дыхание, speaking. Она всегда повторяла имя Рамы, подобно тому, как дышит на вдохе и на выдохе. И почему люди говорят какую-то ересь про нее? Потому что они не знают настоящие Сиддханты. Особенно она мать великого Бхараты. И как это возможно, что это Кайкея какая-то недостойная женщина? Especially she is the mother of Bharat the Great. Великого Бхараты. Then how it was possible for her to send Shri Ramachandra? Было для нее отправить Шри Рамачандру? Then how it was possible for her to send Shri Ramachandra? The heart. Сердце Рамачандры было подобен ее сердцу. Then how it was possible for her to send Sri Ramachandra отправить этого Шри Рамачандру в ссылку на 14 лет? Really strange. И очень странно это. И это главный вопрос. We should always remember мы должны всегда помнить, что все какие-то сложные задачи, сложные виды служения, Бхагаван, Господь, Он хочет, чтобы Его личные спутники совершили. Мы должны помнить это. We should remember that all typical tasks Бхагаван, Supreme Lord, Prabhu, и вот Бхагаван, Верховный Господь, Он хочет, чтобы какие-то особо сложные задачи исполнялись Его спутниками, как Шанкар Бхагаван. Ему было дано задание проповедовать Майяваду, хотя он полон бхакти, вайшнаванам Ятхашамбу. Но ему Господь дал задание проповедовать Майяваду. Also drink kalkut poison etc. He was given responsibility. И выпить яд калакут он тоже. Because topmost должен intimacy is there with Shankar. Vaishnavanam yathasam. Этот Шанкар Шива он очень близок к Верховному Господу. Мачуто ятха Vaishnavanam yathasambhu Purananam tiram bhagavat. Similarly. By the exclusive request и также по просьбе и желанию Шри Рамачандры, это Кайкея, она вынуждена была отправить Шри Рамачандру в ссылку. И как это получилось? Similarly, by the exclusive request по просьбе and desire и желанию Шри Рамачандры, она, Кайкея, была вынуждена отправить его в ссылку. Say Ramchandra to exile. Also, и также, if Sri Ramchandra not going to exile, если бы Рамачандра не отправился в ссылку, то как? It can be possible for us to get all those exclusive sweet lila. Все эти прекрасные лилы, это было бы невозможно. So it is one kind of, you know. И вот это одно из. You know, very nice Siddhanta. Одна прекрасная Сиддханта. How we can get all different как kind мы можем of обрести различные виды прекрасных лил, если бы Рамачандра не
отправился в Лилу, в ссылку, откуда бы эти лилы все явились. И вот Шри Рамачандра. Это должно было случиться, чтобы он отправился в ссылку. Это желание Рамачандры, Господа, самого Господа. И Шри Рамачандра, будучи Верховным Господом, он всегда помнил. Для, и мы должны помнить, что Он Верховный Господь, и для Него нет ничего невозможного. Ему не обязательно прибегать к чьей-то помощи, помощи каких-то обезьян, чтобы сражаться с Раваной. Он сам может, но все же, чтобы выразить сладость этой человеческой лилы, он был вынужден сделать так. Он плакал ради Ситы, он бегал, ходил из леса в лес в поисках Ситы. Он звал ее: «О, Сита, где же ты?» И вот как обычный человек, он ходил и звал Ситу, чтобы пролить милость на to bestow keeper on monkey. И вот чтобы пролить милость на этих обезьян. Bestow keeper on Jatayu, to bestow keeper Jatayu on Bali, Bali Sukrib, to bestow keeper on личности. You know, on bestow keeper on Hanumanji Maharaj. И вот, чтобы пролить свою милость на Муни Риши, на Хануманы и на всех остальных, на Вибишана. Это было необходимо со стороны Рамачандры действовать именно так, и поэтому он действовал как обычный человек. И вот Шри Рамачандра, Верховный Господь, он совершал эти лилы как обычный человек. All lila is doing. Really, Sita was abducted by Ravana. Она была ли похищена Раваной на самом деле? No, not at all. Нет, ничего такого не было. Not at all. Sita was not abducted by Ravana. Не была похищена Раваной. Sita was not at all. Sati, Sita was not at all abducted by Ravana. Sriman Mahaprabhu Mahaprabhu уже has clarified this point. I already told you. Он прояснил это. Mahaprabhu was speaking in front of that. Я уже говорил, что Махапрабху сказал перед этим Рама Баджанананди Випра. When Ravana came in the form of sannyasi Vesha to beg from Sita Devi, чтобы просить что-то у Сита Деви, он хотел похитить ее, и Сита Деви была вынуждена дать возможность служения Агни Деви, чтобы он покрыл ее чит Апракрита, трансцендентное тело, своим огнем, чтобы тот Раван не смог прикоснуться к ней. И в то же самое время Агнидев, он был вынужден показать тень Ситы этому Раване. И Раван, он пытался похитить тень Ситы, Майя Ситу, и это все такие секреты Апракрита Рамалилы. Но все же, после того, как он победил Равану и убил этого Равану, и когда он, Рамачандра, он пришел в Айодхью,
то тогда, чтобы доказать чистоту целомудрия Ситы, to verify the purity, I mean, Chasti Baba of Sita, he was bound to arrange Agni Pariksha. И вот он был вынужден организовать такую Агни Парикшу, такую огненную проверку два раза, чтобы проверить Ситу на целомудрие. During second И вот во второй, во второй раз, during second fire testing Агни Парикша, Sita Devi wanted to go to the eternal abode. Вернуться в духовный мир с этого материального мира, с этой земли. И назад она уже не вернулась. Шри Рамачандра начал плакать, как обычный человек. И вот эта земля развергнулась, и Сита Деви она вошла в эту... Земля разошлась, и... Сита Деви, она вошла в эту щель, поскольку люди, они сомневались в целомудрии Ситы. И вот из-за этих людей, которые жили в его царстве, сомневались в целомудрии Ситы, Рамачандра был вынужден так проверять Ситу на целомудрие. Рамачандра сам лично никогда не сомневался в целомудрии Ситы, поскольку Сита, она его сварупа-шакти, не отличная от его самого. It is the и это main symptom of главный demon or rakshasa. Признак ракшаса, демона, что like они всегда хотят похитить шакти Бхагавана. They always like to abduct. И вот такие демоны постоянно пытаются похитить шакти Бхагавана. Они майявади. Равана, он хотел похитить Ситу, это так? Шакуни Нандан, Врикасу. Wanted to abduct Они хотели Gauri. Похитить Гоури. Махишасур wanted to abduct Дурга. Другой демон Дургу хотел похитить. Шишупал, Пашупал. Он хотел похитить take away Rukmini, Rukmini. Devi, etc. И остальные How тоже. It is possible to abduct И как это Sarup-shakti? Можно похитить Саруп Шакти, которая не отлична от Верховного Господа, они глупы были. Но все же они настолько глупы, что не могли понять такой простой вещи, что Шакти не может быть отдельно от Шактимана, от обладателя этой Шакти, от Верховного Господа. Из Веданта Сутры мы видим доказательство, что Шакти – Шакти Матурабид. Те глупые майявади, они думают, что если мы примем какую-то другую тату, отличную от Вагьян Шакти, мы признаем, что наша Адвайтава Сиддханта не сможет существовать. Они не могут понять, что Шакти и Шактиман, они не отличны друг от друга. И в этом их главная проблема. И поэтому они все майявади. Это главная обязанность истинного подлинного преданного, чтобы протестовать против таких демонических людей, те, кто хотят похитить Шакти. Те, кто хотят похитить Шакти от Верховного Господа, и преданные должны возмущаться этим. Даже Джатаю, великая птица, он был вынужден сражаться с Раваной, когда он похищал Ситу. Можно вспомнить этот случай.
И в итоге Джатаю, он сел на землю, ждал Ultimately, he was successful to meet Ramchandra. И вот он хотел встретиться с Рамачандрой, и он, этот Рамачандра искал Ситу в различных лесах. И смог встретиться в итоге. И в последний момент, когда Рамачандра был информирован Джатаю, перед тем, как оставлять свое тело, он рассказал, как Сита была похищена Равана и прочее. И тогда бесконечный океан, милости Рамачандра, он взял его тело на свои колени, чтобы совершить абхишеку Джатаю, Дасаратха Махарадж. With tears of ears. With tears of ears. Слезы катились у него из глаз. Best of his sake, the best of his sake. И он этими слезами омыл тело Джатаю. Это был лучший абхишека, который может только быть. Баладев Санкаршан, они вынуждены были явиться как младшие братья Лакшма, как его младшие братья. So all along, see, Lakshman was very sorry to watch all the sufferings of Sri Ramchandra. Lakshman, он был очень обеспокоен, видя страдания Рамачандры и его такие суровые аскезы. But still could not speak anything. Но он не мог ничего сказать. Any single word against him. Ни единого слова против, поскольку он был младше, а Рамачандра старше. Он терпел, страдал, видя, какие суровые аскезы совершает Парад Паракхилеша Шри Рамачандра. Ему было очень тяжело, но все же он не мог ничего сказать, поскольку был младше, только для того, чтобы служить Господу Рамачандре тихо. Как-то без, как сказать так, не на показ, а скрыто, он служил Господу, и вот чтобы служить своему Господу Рамачандре, он всегда был готов круглосуточно. Но он принял обет, что в следующей жизни он родится, в следующем воплощении Господа, как его старший брат. Как старший брат Господа, чтобы как-то помогать Господу, и чтобы Господь не страдал так сильно, чтобы как-то заботиться о нем более эффективно, и поэтому Баладев, он уже служил Кришне более уникальным образом. И вот вы можете вспомнить о великолепии Шри Рама Лилы. И также я хочу сказать что-то еще. Очень важный сиддханта. Какие-то глупые люди говорят, что Рамачандра, он отправился в Южную Индию перед тем, как пересечь океан. И он был вынужден поклоняться Махадеву Рамешвару. И такие люди, они являют такую неправильную сиддханту. Они говорят, что Рамасия Ишвараха и Рамешвара. Вот они так говорят, но они не знают великолепия Рамачандры. Они не знают великолепия и настроения Шри Шанкар Бхагавана. Рама Джасса Исвараха Ити Рамесвараха.
Рам Джасва Исвараха, Ити Рамесвара Махадев. This Siddhanta is appropriate. И вот тут Сиддханта правильная такая, что the kind of love and affection наоборот, shown by see, та огромная любовь и забота, которая показана Рамачандре в адрес всем и каждому, кто находится в том положении. То есть, если они могут как-то even помочь Рамачандре, так или иначе, squirrel, даже какой-то Kadberali, it is called. In Hindi we speak Gilari. Was trying to help. Она пыталась помочь. Белка, по-моему, белка. Trying to help. Она пыталась помочь. In the seva of bridge Рамешварам сету. Когда этот Рамешвар сету мост между Индией и Шри-Ланкой строили, эта белочка она камни таскала. Ну и все прочие стороны материала. А как она таскала? Она шла, каталась в пыли, в песке, потом шла и со своей шерсти скидывала вот эти песчинки и пылинки в океан, чтобы помочь таким образом. И вот когда Рамачандра увидел, с какой прилежностью эта белочка пытается что-то сделать, и он прикоснулся своим пальцем к этой белочке. И поэтому можно видеть у всех белок, вот индийских белок, три линии на спине. Это след того, как Господь прикоснулся к этим белкам. И вот Хануман, он был одним из главных помощников Рамачандры, иногда он садил Раму Лакшмана к себе на плечи и летал там и здесь, и также Джамбуван помогал. Это Джамбуван, аватар Брамы был, и таким образом все хотели помочь Рамачандре, они пытались как-то служить Рамачандре, каким уникальным образом Рамачандра, Хануман, точнее, он прыгнул и пересек океан и достиг Ланки и вошел в Ашокаван, в лес Ашоки. И там спутники Раваны, Асуры и Ракшасы, они смотрели на Ситу, которая была под стражей. Там Сита Деви плакала день и ночь. И тогда Хануман пришел и к Сита Деви, он пришел к ней в форме комаров и сказал: «О, Сита, я твой слуга, я пришел». Рамачандра дал это кольцо, чтобы ты узнала меня, что я посланник Рама. И поэтому не бойся, вскоре Шри Рамачандра, мой Господь, и мы все попытаемся освободить тебя. О, Мать, благослови меня. И таким образом Хануман, он совершал все служение, все уникальное служение. Я был вынужден сказать так, что однажды Сита Деви очень довольна была Хануманом и дала ему украшение. Very precious pearl. В общем, дала нам какой-то taking the pearl, which is very, very fine and costly. Какой-то ожерелье с жемчугом и Хануман взял и зубами разорвал это ожерелье на кусочки. А Сита спросила: «Зачем ты так сделал? И такую дорогую вещь тебе дала?» А Хануман сказал, что я смотрел, есть ли там мой Господь Рама в каждой бусине, в каждой жемчужине. Если я не могу видеть Верховного Господа там, то что толку от этого украшения? Вот такая огромная любовь, посвящение, такую преданность имел Хануман. Однажды Хануману поймал Равана, и вот его привели к Раване. И Равана спросил, кто ты?
Хануман думал, что жертвы детей этому ракшаса, он не поймет. И Сита в тонкой форме пришла к нему и сказала, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Шри Рамы. И Хануман сказал, да, надо сказать. И вот он сказал, что слуга Шри Рамачандры. Но Равана, он засмеялся. Ты слуга. Когда я увидел твою силу, я подумал, что ты, возможно, царь великой страны, но ты какой-то слуга. И Хануман сказал, да, я слуга, но я слуга Паракпаракхилеша Бхагавана Шри Рамачандры, а ты слуга Майадеви. Пытаясь понять разницу между этим, Равана, он являл ложное эго очень часто и в итоге решил поймать этого Ханумана и пожечь его. И вот они поймали Ханумана, зажгли ему хвост, и Хануман, ну, подумал, что пускай зажигают, и then actually Ravan тогда Равана и вот они подожгли хвост Ханумана. И подумали, что он сейчас помрет, кто же его спасет. А Хануман взял и начал прыгать с одного здания на другое и своим хвостом поджигать эти здания. И таким образом вся эта золотая ланка, она была сожжена этим огнем, горящим хвостом Ханумана. И вся ланка сгорела, тысячи людей погибли. И в итоге Хануман, он засунул горящий хвост себе в рот и потушил таким образом его. И с тех пор мы видим лицо Ханумана, но как-то оно было прекрасным красным лицом, но потом из-за того, что он этот горящий хвост в рот себе засунул, то его лицо черное стало. И с тех пор все обезьяны, они с черными лицами ходят. По милости Ситы это случилось. И вот Хануман, он совершал такое уникальное служение. И вы уже знаете, когда Лакшманджи Махарадж was expressing some лила, as if he is out of order, as if he is, you know, gone out of order, he is, you know, fell unconscious. Then Hanumanji was given responsibility to go and find Vishalakarani. Hanumanji was jumping and going to Himalaya to search Vishalakarani, but could not press out. Time was very short. Within that short period, there was a big problem in between. И тем временем какая-то проблема случилась. Это отдельная тема, не буду говорить об этом, но так или иначе, вот он, Хануман, он траву эту не смог найти, он всю гору какую-то взял и принес на левой руке. The hill so that this the doctor, Ayurvedic doctor, can search out the and a Vishalakarani leaf. That и он этому доктору юридическому всю гору принес, чтобы он там сам взял и нашел, что ему надо. In front of doctor, Ayurvedic doctor, so Lakshmanji Maharaj got back his consciousness. All these people, material people, explaining wrong way. They don't know the excellency of this lila. Вот материалисты, они не знают великолепия этой лилы. Брама пролил свою милость на сына Раваны, что тот короткое время был вынужден а то есть то, что Брама благословил его как-то, и какое-то время его слова Брамы стали явью.
success. Otherwise, you know, from seventh canto Bhagavatam, we know Satyam Vidhatum Nija Bhitta Vasitam. What my servant speaking, it cannot be lie. So to prove it. В части Бхагаватам мы знаем, что Господь сказал то, что говорит мой преданный, это не может быть ложь. И вот Almighty, infinity power, was bound to show that kind of lila, but foolish people, they don't understand. И вот в общем это лила как-то произошла. Like Madhusudan Datta, the idiot. Великие поэты. He was bound to write this lila in such a way, make not both karma in such a way, so that you can discover when you go to this world. Lakshman is a very, you know, weak person. Написал эту, ну, как-то писал так, эту лилу, что Лакшман каким-то негодяем представлен, а другой какой-то демон героем. А такие люди, они, которые пишут таким образом, они не принимают помощь от Гуру Вайшнава, а просто своим умом что-то пытаются сделать. И таким образом, с самого начала до конца, всех их книжки, они бесполезны. Такие люди, они не могут понять величие этой Бхагавад-лилы. И в итоге, с помощью Пушпакрата, Сита-деви, Рама, и Лакшман, и все остальные, они, на Пушпарате, они переместились с Ланки до Айодхи, и все полубоги, они все полубоги, они осыпали их цветами и начали возносить свои молитвы. Дея Прабху Си Рам Чандра, Ом Намо Бхагавате, Парамахамса Расасадито, Ом Намо Бхагавате, Парамахамса Расасадито, Чинмакарандайо, Бхактаджанамана Санивасайо, Сирам Чандрая Намо Намаха Ападам Апахартарам Датарам Сарава Сампадам Рама Вирамам Бхуйо Бхуйо Намамихам Ом Намо Бхагавате Парамахамса Расасадито Чарана Камало Чинмакарандайо Бхактаджанамана Нивасайо Сирам Чандраю Намо Намо. Джай Рам Сирам, Джай Джай Рам. Джай Рам Сирам, Джай Джай Рам. Джай Рам Сирам, Джай Джай Рам. Jai Ram, Si Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Si Ram, Jai Jai Ram. Si Ram, Chandra Ki Palu Bhajamana, Haranabhava Bhaya Darunam. Si Ram, Chandra Ki Palu Bhajamana, Харанабабабайадаруна, Набаканджалочана Канджамукакара, Канджападаканджаруна, Кандарпаяганитаямитачабинава, Нилонирадасундарам, Патапито Ману Тарита Ручи Сучи, Номи Джанака Сутаварам, Аджудина Банду Динеша Данава, Дайто Бхамшани Канданам, Рагунанда Янанда Канда Каусала, Чандра Дасарата Нанданам, Сира Мукута Кундала Тилака Чару, Удару Анга Вибушанам, Аджану Бхуджа Сара Чападара,
Санграмодита карадушанам ити бадати тулсидаса санкара мунимана ранжанам ити бадати тулсидаса санкара сесо мунимана ранжанам мамахилая канжанивасо куру Камади кхала дала ванджанам, Си Рама Чандра кипалу бхаджама, Харана баба бхайя дару, Нава канджа лонжана канджа мухакара, Канджа пада канджару, Кандар бая ганита ямина ганина, Нила нира дандра, Пата пита ману карита рути сучи, Номи жанака сутаварам, Маджудина ванду динешо дана, Найто ваншани кандана, Рагунанда Янанда Канда Кушала, Чанда Дасарата Нандана, Сира Мукута Кундала Тилапа Чару, Удару Анга Випушана, Аджана Бхуджа Сарачапатарана, Грамо Джитакара Душана, Ити бадати тулсидасо санкара, сесо мунимана ранжана, мама хридая панджа нивасо куру, камади кхала дала ванджана. Джай Рам, Си Рам, Джай Джай Рам, Джай Рам, Си Рам, Джай Джай Рам. Jai Ram, Si Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Si Ram, Jai Jai Ram. Maryada Purushottama Si Ramchandra is Lila and teachings. Okay, end. Dandavat, Bancha Kalpataru Asya, Kipasindhu Bhavacha Patitanam Pavanibhyo, Avaishnavibhyo Namo.